Всем доброго времени суток. Я сейчас сделаю вам небольшой обзор. Сейчас собачкам помешаю. Ну а как? Как обещал, сейчас сделаю обзорчик, что я прикупил на этой, что мне пришло на этой неделе. Я как бы для работы, для интернета. Ну все, жирочек плавает. Так, все варится, пусть томится чуть-чуть. Томится, мы сейчас потише сделаем, пошибче не надо, громко не надо. Пусть чуть потомится, я кашу потом закину, пусть томится. Во, пойду сейчас достану коробки, принесу и все вам покажу. Начнем. Так, ну вот у меня все тут стоит. Сейчас вот посылочка. Москвы. Я ее, правда, открыл, потому что это посмотреть, что все в порядке. Вот усилитель. Сейчас я вам все покажу. Колоночка. Теперь я вообще могу орать, поставить. На крышу, конечно, я машину не поставлю. Она очень тяжелая, и поэтому как бы музыка будет, и покричать тут. И... Ну, все сейчас расскажу. В обзоре сейчас все будет. Сейчас вместе все откроем и посмотрим. Так, ну вот, я достал. Так, сейчас я буду распаковывать и начнем. Потому что у меня там пока варится, я могу это все заснять. Вы так поняли, это после видео. И я думаю, что будет прямой эфир. Не знаю, до или после это видео выйдет. Не могу преугадать. Вот, всех с Рождеством еще раз. Ну, начнем. Возьму сейчас ножик, распакую от целлофана. Люблю, конечно, все это, все дело вскрывать. Когда, конечно, ее проверили перед тем, как и мне отправлять все это. Я на связи с этим человеком. Вот. Мы это все дело посмотрим. Так что приезжайте, музыку послушаем, если хотите. Можем что-то еще послушать. Вот, сразу сверху пульт, как вы видите. Мы его положим сюда. Кстати, вот видео заливается уже в YouTube. Сейчас я выпущу. Как я и говорил, это ножка. Да? Это какая-то ножка одна. Одноногий мой друган. Остальные ножки где там? Вот так вот. Целлофан. А я не знаю. А, это не ножка. Вы знаете, что это? Это. Ну, ёкарный баба. Это же мне собакам кричать. Ай-яй-яй. Так, ножик нам больше пока не нужен. Вот, вот, вот. Чик. Тут, наверное, где-то вставляются батарейки или так далее, так далее. Он off. Ну, Китай есть Китай. Все равно тут, тут, мне кажется, можно будет любой купить микрофон. По идее, два. Видите, два отверстия. Мне Володя почему-то положил один. Опа, ручка, что я и хотел. Так, давайте я природу чуть-чуть я уберу. Поставлю на беззвучные. Так. Что мы делаем дальше? Мне надо спустить ее вниз. Так, я ее спустил вниз. Ну, вы поняли, ручка. Значит, по принципу того, что я его заказал, это фирма Electronic, да? Сейчас более такая, более-менее надежная такая система. Ну, тут, конечно, микрофон показан один. Тут все есть. И FM, и радио, и шнуры, и Wi-Fi, наверное. Wi-Fi не вижу. Да, есть Bluetooth. Мурузы. Там, наверное, провода. Оп. Во. Все провода. Ее все проверили. Вот. Тюльпаны. И крокодильчики на зарядку 12 вольт. Вот я такого принципа ее и, в принципе, и взял, чтобы она заряжалась и 12 вольт.
аккумулятор в ней, чтобы был. Подсветку не классная, видите, вот будет идти. Опа. Так, загорелась она, да? Сзади должны быть антенны. Антенка есть. О, вытягивается, видите, антенка. Сюда чик ее. Тут все входы есть. Тут видно и гитару можно подсоединять и так далее, и так далее. А, смотрите, есть зарядка. Вот, 220 вольт. Как говорил, крокодильчики. Крокодильчики. И тюльпанчики. Ну, а микрофон, наверное, работает... Тут я много чего еще пока не разбирался. Я сам еще ничего толком не знаю. Вот, что я могу сказать. Ой, не ругайся. Вот, радио, да, какое-то пошло. А где у него громкость-то, баланс? Вот, громкость. Так, а как она, интересно, ищет? Наверное, вот... Вот так. Ну-ка, нашел. Ну-ка, дайте-ка я. О! Это радио. Вы поймите одно, то, что... как бы... А подсветка, я не знаю, как включается. Это выключается, это включается. Wi-Fi он. Но я не буду из авторских прав включать что-то, потому что не хочу. Вот басы. И так далее, и так далее. Ну, понятно, что это можно. Я разберусь, почитаю, потому что это самотыком... Вот. Что тут, где чего включается, если честно, я пока еще не разобрался. Вот. Тут все в целлофане, и запись тут какая-то есть, записывай, да? И тембры, эквалайзер, вот видите? Под флешку у басы. А может, он автоматом включается? В плане того, что когда... Если... Но я не буду, короче, это все делать, пока что-то куда-то там потише. Вот. Разберусь. Будет, наверное, работать хорошо. Вот. Давайте дальше посмотрим. Я разберусь, я думаю, что тут микрофон. Буду орать. Злата, Злата, тайна, тайна, алло, вот, вот. Тем более она работает. И от аккумулятора и зарядить можно 12 вольт. Я думаю, что она кричит очень хорошо. Судя по видео, подсветка очень красивая. А вот микрофон. Вот. Микро-1, микро-2. Но они же беспроводные должны быть. Наверное, да. А может быть и нет. Не знаю. Вот, а так посмотрим. Горит пока. Радио разобрался. Все. Музыка, это понятно. Спасибо большое за презент. Все, разберусь. Колонка большая, хорошая. Будет песня в доме теперь. Отлично. Пусть поет. Так, дальше пока. Я сейчас ее немножко в сторону уберу. Вроде громко играет она, колонка. Чем удобно частный дом, можно включать все, что угодно. И никто, ни соседи не постучит по батарее и не скажет «хорош». Вот, а так, в принципе, неплохо она играет. И как бы вот, в принципе, ну, сейчас вот телефон через Bluetooth, да, и...
И, в принципе, неплохо, да, вот как бы вот это все. Звучание чистое, хорошее, обалденное, мне нравится. Микрофон еще не пробовал. Сейчас мы распакуем еще две посылочки. Так, ну теперь вот от Валерии с Москвы пришла посылочка. А, я так понимаю, это тут какой-то домик сделан. Сейчас мы вскроем. И, я так понимаю, жилетка на собаку, чтобы было видно, если, говорит, подойдет. Надо примерить на собаке светоотражающие, чтобы собаку было хорошо ярко видно. Сейчас откроем. Так, открываем. Бантики, бантики. А, печенюшка чуть сломалась. Точно печенюшка? Отлично. Так. Сейчас откроем. Это вот костюмчик на собаку. Надо кого-то пригласить для примерки. Слушай, клевая штука получается. Ну, куда-то так сильно присобачилась. Вот. Сигнальный жилет для собак. Размер 60. У собак даже есть свои размеры. На кого ж повесить-то? Мы сейчас кого-нибудь пригласим. Кто у меня самый послушный? Каюр не дастся. Татьяна. Ну, можно, в принципе, Татьяну пригласить. Ну, ладно, мы сейчас чуть-чуть попозже. Так. Да, кстати, колонка очень удобна. Она на колесиках. Можно катать ручку в два положения. Первое. И вот выше. Я еще до конца с ней разобрался, но через телефон хорошо играла. Компьютер, ноутбук почему-то пока не ловит ее. Он ловит, нашел, но не хочет. Вот. Так. Так, давайте с усилителем тоже буду ставить усилитель. Это мы сюда аккуратно положим. Что такое усилитель? Усилитель сигнала. Вот он. Системы мобильного интернета. Специально делал для того, потому что здесь идут перебои. Особенно, когда выходные или праздники, здесь бывает вообще жесть. О чем подумал, я не виноват. Что в этот комплект входит? Комплект стоит 11 тысяч рублей. Это я просто говорю цену. Какая-то можете в интернете посмотреть. Триколор, я вас не обману. Шнур 20 метров или 25, не помню. Ценник, да, вот, пожалуйста. Вот. Я купил за свои кровные, как говорится. Ну, я же говорю, это золотая карточка, где написано кредит. Это вообще супер. Она сколько меня уже выручила. И она выручает до сих пор. Сейчас, секунду, достану. Ну, вылази уже. Что в этот комплект входит? Значит, вот с антенками роутер. Я его пока доставать не буду. Он тоже можно его повесить. Кнопочки, огонечки там. Вот он сам усилитель. Я не знаю, кто вот у кого слабый сигнал или где-то находится, вот я советую. В принципе, неважно, какая у вас тарелка или что, она не зависит. Вот сюда вставляется флешка. Здесь закручивается провод, втыкается, идет к роутеру. Если будете вешать на улице, вот это к нему, к раздаче питания. Этот питается, усилитель сам, вот эта вот штука питается по проводу. Тут набор... набор вот глухих, чтобы вода, крепление, хомут. И вот эта крышечка закрывается, вот видите, написано SIM. Ну, вы не видите. Вот. Если на улице, чтобы симку не потерять.
Ну вот, в принципе, и все в этом наборе. Как бы, да? Вот. Правильно собираю? Правильно. Ну вот, в принципе, и все. Жилетку сейчас не знаю. Но я померю обязательно. Но, думаю, нам у моих спина побольше. Так, каша, что у меня там с кашей-то? Грибочки внизу стоят. Кашка. Готова кашка. Кашка, кашка на потрошочках. На потрошочках. Вкусняшка. Сегодня ячка, рис, гречи нет сегодня. Чуть-чуть меняю рацион. То это им надоедает, другое. Вы знаете, я сейчас Ханту позову. Сейчас я приберу здесь вот это вот все дело. Хотя мне это надо будет все скоро. Думаю, что я это все поставлю сам и быстренько все проведу. На рынок, не знаю, завтра будет работать или нет. Все прибью. Аккуратненько пробью. И все, и наверх его вот этот усилитель повешу, прям в доме. И попробуем интернет через него. Такая штука, прикидываете. Ну, пока на данный момент все, что придумали, очень сильное. Вот. Что я решил попробовать из реальности. На всякие интернетовские уловки и развод мы не ведемся. Все, убираю и зову примерщицу. Так, мы сейчас попробуем кого-нибудь взять, кто проснется первый. Не знаю. Ой, чуть-чуть хоть подморозило. Так, Хантуля, наверное, она поменьше. Белка ревнует больше всех. Но ты же мне не дашь. Ты начнешь сейчас крутиться. Бела. Все. Тыц. Что ж ты как ягоза-то какая ненормальная. Что ты прыгаешь? Что ты туда-сюда? Что такое? Что за ревность? Что? 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 Что такое? Сейчас буду кормить, будет стынуть, сейчас на улицу вынес. Хант, иди ко мне. Ты более спокойно, иди. Ты знаешь, куда идти. Пойдем. Да, 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 домой, домой. Пойдем, пойдем, пойдем. На примерку. Неудобно у вас раз и взял. Есть на ком экспериментировать. Ай. Да, я заодно сейчас вынесу кашу. Ай, мой хвост. Гиена. Ванненько. Что-то там уже шуршит там все. Я не пойму. Что за беспредел? Все, все, все. Ну на подушку-то зачем? Ну Ханта. Лежи на покрывале. Все. Иди. Ханта, иди сюда. Ханта. Все, ложись. Все, все, все. Лежи. Все, надо перевернуть. Иди, ложись. Неугомонный. О, счастье-то полные штаны. Умерла или как мертвая, да, все? Замерла, то есть не умерла, а замерла. Ай. Так, ну я что могу сказать? По шее нормально все, это великовато, очень большой размер. Потому что здесь, я не знаю, может специально так сделано. Ну, встань-ка. Вот. Видите, висит на край липучки. Очень много висит. А так, в принципе... Если все перешить немножко, подделать, то она смотрится неплохо. Сигнал. Все. Ну, как бы вот великовато. Можно переделать, конечно, но это возиться. Им это Ханта. На злату надо попробовать. Вот это самое... Мелкая. Думал, что ей будет как раз. Вот это очень длинная веревка получается под живот. Она будет ее укорачивать надо, если вот для Ханты. Так что, Валерия, Ханте надо меньше размер. Если вы хотите ей что-то прислать,
Остальные буду пробовать мерить завтра. Уже не буду, проэкспериментирую на Злате. Там все-таки кобылица побольше. Если есть 60 размер, значит, есть и другие размеры. Да, морда? Угу. Любопытная ты кукушка. Сейчас я тебе дам. Щики-дам, щики-дам. Вот ты носом ткнул, и все, вся резкость пропала. Вот он реагирует, его настраивать еще надо. Так, что тебе, вкусняшку? Что, морда, на. Вкусняшки-то. Ну вот такой вот небольшой обзор я сделал побыстро, на быструю руку, просто бум-бум-бум, и все, и варить надо, и то, и отрывками, так что не обессудьте, что да как. Вот, она сейчас чуть побудет, я ее отведу, пойду сейчас кашу относить на улицу. Вот, в принципе, и все. Пусть остывает, я их покормлю. Ну все, всем что, приятного аппетита, там туда-сюда. Гранатовый сок. Вот хочу, вот захотел сегодня гранатового сока, прям не могу, если честно. Иногда пробивает на гранатовый сок. Я понимаю, что может он не настоящий, но числятинка-то хочется. Непонятно почему. Почему же почему? Да потому что. Как дела? Потому что. Почему ты хочешь гранатовый сок? Потому что. Лиса. Лосятница ты моя. Ай, 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 как ты зазвенела, а? Как ты зазвенелась в лесу? А потом разгавкалась. Мор, не хрипи. И не сопи, и не храпи. Балдеет там. Да. Доминантнейшь теперь над белкуней, да? Морда. Все. Буду ими заниматься. Пойду выносить. И так далее. Лишнее будем убирать. И так далее. Да, морда? Все, это бумажка просто. Просто бумажка. Все, лежи пока, отдыхай. Молодец. Время уже подходит к крещению Господнему. Надо идти вымыться и потом чистому ехать в купель купаться. Все, давайте всем пока. Всех с праздником. Всего всем хорошего. А ты голос скажешь? Может, ты попрощаешься? Ну-ка, сейчас, может, Ханта, голос. Скажи всем пока. Скажи всем пока. Ну? Ну, скажи пока. Голос. Нет, Ханта. Голос. Скажи по всем пока. Скажи пока. Третий раз. Молодец, на, все, вот она с вами попрощалась. Еще раз хотел вам продемонстрировать колонку. И можно использовать ее теперь в лесу. Не звать, вот Ханта лежит. Ханта, Ханта, иди ко мне, девочка. Вот, 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 на стреме. Канточка, девочка, иди ко мне. Колонку послушай. Канточка. Ну и ты моя девочка. Все, на этой ноте я закончу проверку и обзор таких вещей. Теперь можно не звать, не рвать глотку и. Я, конечно, шучу. Все, еще раз всех.
С крещением Господним, всем здоровья, счастья, любви. И главное, берегите себя. Еще раз с праздником. Всем пока-пока.